Стадиона Vitality Stadium. Приглашаем вас посмотреть футбол вместе с нами. Работать для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный состав комментаторов в лице Георгия Черданцева и Константина Генича. Очень надеюсь, что вы не отключили звук. Борнмут играет против Эвертон. Очень важны товарищеские игры, и сегодня вполне может появиться шанс проявить себя у игроков резерва. Для них такие матчи — это очень ответственный момент. Борнмут играет в следующем составе. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Эвертон с первых минут играет в следующем составе. В воротах Джордан Пикфорд. Алекс Ивоби с первых минут играет с Маркесом в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Клаверта-Льюина. Эвертон не грант, конечно, скорее крепкий середняк с претензиями на борьбу за место в шестерке. Величайшим игроком команды считается нападающий Уильям Ральф Дин, более известный как Дикси Дин, который выступал за Эвертон с 1925 по 1937 год и забил 383 мяча. Нужно набирать скорость. Мяч уже на чужой половине. Забирает мяч. Дукуре. Обыгрывает он защитника. Справляется с атакой, но есть возможность забить мяч в ворота. Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается забить, и это очень весомое преимущество на старте. Смотрим еще раз этот гол. Знаешь, Георгий, вот в этой ситуации я вратаря винить вообще не берусь. Просто не повезло. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Льюис Кук. Джефферсон Лерман.